Дорогие друзья, перед началом просмотра данного выпуска прошу вас подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные истории каждое утро. Кто еще помнит известную российскую и советскую киноактрису, эстрадную певицу Наталью Лапину? Я знаю, что среди вас есть ее поклонники и фанаты, друзья. Оказывается, несколько дней назад Наталью Лапину в центре Москвы сбил автомобиль. К большому сожалению, водитель скрылся с места происшествия, сотрудники полиции до сих пор занимаются его поисками. Сама же актриса Наталья Лапина находится в больнице с многочисленными травмами по всему телу. Как это все происходило, пока никто толком не может рассказать, сотрудники полиции, как всегда, многое скрывают в интересах следствия. Очень жаль, что произошла такая трагедия с известной актрисой Натальей Лапиной. Прошу вашей поддержки, друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите наши новости каждый день, когда они выходят. До скорой встречи, спасибо вам за ваши просмотры.